Друзья, я не знаю, как вам, ну а мне зима уже поднадоела. Я уже готова встречать весну. Весна – это прилив новых сил, энергии. Природа начинает по-новому дышать. Даже город Николаев дышит по-новому. Как же весна отразилась на жителей нашего города, смотрим в нашем сюжете. С наступлением весны нужно успеть привести в форму свое тело. И здесь сразу вспоминается известная цитата не менее известного николаевского поэта Михаила Рябоконя. На деревьях распустились почки, а на турниках – типочки. А еще плюс весны в том, что после длительных морозов можно снять с себя всю ненужную теплую одежду. С приходом весны во всем мире серфингисты могут возобновлять свои тренировки. Но так как николаевские серфингисты не очень избалованы водоемами, на которых можно поймать крутую волну, они выходят из положения как только могут. Как видим, плюсов у весны предостаточно, и наш город Николаев в эту пору по-особенному красив. Главное, чтобы март через пару дней не забыл, что он весна.